Ну все, Свет, вызвал я такси. Спасибо. Сейчас приедут, довезут как положено. Целоваться будем? Обязательно, на прощание, а чё? А тебя не надо? Да и меня можешь поцеловать. Щечку помогу. Ну а почему нет? Ой, на здоровье. Спасибо. Олега тоже. Олегана можно, Олегана можно в засос уже. А его зажду. Олега в засос. Чё? Олег, как она? Тебе шампанское. Олег. Приедешь теперь ты к Светлане в гости. Я жду, блядь. Здесь погуляли, теперь в завязке гульнете. Завтра мне на чем, блин? Ерунда, довезем. Довезем, Олег. Мне 8 на работу надо быть. Не ссы. Ну спишь. Я знаешь, как рано встаю? Без 24 утра. Рановато, да? По хозяйству? Вот я привыкла рано вставать. Все. И что делаешь так рано? Ну как, что? Домашние дела? Ну а как же. Они же не заканчиваются. За водой сходи, блин. Чайник вскипяти, позавтракать надо, приготовить. Дочку покормить. Постирать, блин. А воды в доме нету, я хожу далеко, блин, за водой такой. В колодец? Ну, у меня колодец такой, он это, поливает он, вот самый. А хожу в другой, это, скважину. Заберу я. Поэтому, так, блин, кого я заберу, Олег? Вот так сплю, только ложусь ночью. Белую. Беленькую? Притащили? Да, она вон она свежая. А, у тебя в нычкаре там? Ну сюда тяни. Быстрее, тащи. Олег, да, Олег. Сань, дай сигарету, Сань. А корона, что у тебя лежит а в кармане? Корона, да, купил. Владимир Иванович, 24, да. 22 сейчас будет. Светлану угости тоже. Дядь Вов. Да пусть курит. Я пока дойти не могу. Он уже перепутал корону. Дать полегче тебе? Угу. А? Есть, есть. Да, конечно, есть. Угу. Сань, а? Ну что, пойдем в магнит? Ну сейчас Светлана уедет. И что, пойдете в магнит? Разберемся. Пойдем, Владимир Иванович, сосиску возьмем. Ну да, на завтрак. А то как же. На завтрак, на обед и на ужин. Эти, как они называются? Ну в тесте, которую мы ели сегодня. В тесте. Только по отдельности. Я тоже брала там. Мне кажется, свежие, вкусные. Ну, да там у тебя нехило, Олег. А это минералка. Минералочка? А, это... А. Ну, кокните на дорожку, перед дорожкой, чёрт. Если есть такое желание. Завтра один, блин. Подожди, куда я делаю, в этом или там? О! Два даже. И стакашки имеются из-под ну, кофе. Же, пойдет. Кофе пили, пойдет. Ну, давай, давай. Олегу можно бычки кидать, он убирает здесь. Завтра же уберет, далее. А тут еще подметать надо. Быканы тоже убираете? А? Бычки тоже убираете? Да мы все убираем. И? И кого? Что, налить его? Владимир Иванович, а ты зачем? Ты что, тоже за праздник решил кокнуть? Да я не знаю. Ну капельку капни, да. Капелюшку. Спать будет лучше. День большой. Ты как кофе пьешь, Владимир Иванович? Здесь надо глотком одним. Подруку не говори, блин, подругу. Да при чем тут подругу? Горькая, налей воды. Воды дай. Быстрее идем, давай. Самогон. Это водка. Туда-сюда водка. Водка. Водка, Владимир Иванович. Эй, да, да. Ты прям как будто не сдал ты, дядь Володь. Ну давайте, с праздником. Всех с праздником. Да, всех с праздником. С днем защиты детей, всех детей на планете. Вот. И с наступающим летом. Будем гулять все лето. Ну и работать. С
соответственно, да? Будь добру. Так, а что же это? Куда что-то надо с собой? Куда? Куда? В завязку? Что-нибудь надо. Что-нибудь это что? Что-нибудь взять. Например? Да хрен знает, что, например. Например. Крепленненького? Ну да. А магазин? Пусть его. Так, иди, рыба, пробуй. Сейчас я на флакон толкану таксисту вместе с доставкой вас. И он заедет, возьмет. По пути заедет. А куда? Ну, поедет, сейчас тебя повезет. Он знает куда. Да? Ну, в магазин. А нет, магазин уже до 8, Саша. Уже стоит. Да все успеем, не переживай. Да? Ну, да. Сейчас я ему все скажу, как надо. Да? Ну, да. Бля, ага, все кончилось с музыкой. И танцы. А все равно, блин, Калиновка вообще, я же варю. Я прям это, Калиновка выиграла. Михайловка вот вторая выходила, хорошо поет. Вы про концерт? Да, вообще, я же говорю, никак это вот. Я прям аж это, пляс пустил там же. И они сам победили. Вообще классно. Это. А СС какой стуканчик, говорю, пошли танцевать, он не шевернется. Это он без настроения что-то был. Не, он это, охрана. Охрана? Как охрана стоял. Ну пойдет, хоть как охранник. Олег, блин, давай за ним. Нет, стоял. Тихо, не спеши. Ох, Олег. Не торопись. Не туда пошла. А то успеешь. Ой, все, я накурила. Ой, нет, блин, заесть надо что-то. Ой, ну Владимир любит. Я раньше, знаешь, когда вот начали... Девчат, чувак, нычки? Я рога. Скажи, у меня по всему парку здесь нычки, скажи. А то не нычки, вот по такой, блядь, сигарете, блядь, с утра, блядь, по пол сигареты, блядь. Вот тебе нычки, надо рано вставать, блядь. И будешь зарплату большую иметь. Кто рано встает, тому Бог подает. Да. Я тебя научу. И меня поддержишь. Да, Светуль, бери Олега в ежовые рукавицы. А что, Олег? Как жить? Ну, приедем, вот а что ж делать там сейчас? Чуть бы косить, блин, мне там, блядь. Кого косить? Траву кого, а двор. Я буду готовить, тебе мясо. Что, только парк, что ли, косить? А я мясо. У Светки тоже надо выкашивать. Гуляш, блин, сейчас. Она пока гуляшек сделает сейчас под пузырик. А вот ты что, ну спать, что ли, блин? Мы не спим, блин, до утра. Дрова колоть. Там что, есть что делать. Что-нибудь придумаем. А сюда потом к восьми. А там видно будет. Успеем, блин. Праздник бывает. Да, Владимир Иванович? А. На раз. Ну что, пойдем? Ну да сейчас как уеду, так и пойдем. Такси я вызвал, что-то нету. Карасончик еще? Долго, что-то сейчас приедет. Сейчас все увидишь. Картошка жареная. О, Светуль, спасибо. Поужинаем. Ага. Хотя бы так. Ну да. А ну вот, тут недавно стоял здесь. Кто? Руслан. Да сейчас приедут, ты не переживай, Олег. Я не переживаю. Приедут и привезут потом, не бзди. Угу. Завтра выходной у тебя? Рабочий. Рабочий? Пятница. А-а-а. Ну, с утреца и приедешь к 7 часам. С кем? Я тебе пришлю машину. Заночуешь, а потом приедешь. Дочь у бабушки, да, Светуль? Ага. Боже. Ну что ты смеешься? Вот вы кадры, блядь, а. Главное вовремя сказать. Ну, ну пойдем, все равно же за праздником долго, пойдем. Домой тебя. Лишь бы мать из дома не было. Ну, как это не было, тебя был дома. Я говорю, стеснительно, я не пойду. Ну так, вообще. А я же ее уже мне Лена сказала. Ну, показала, что это мама его. Ну, уже было иметь в виду, что
Ну ничего, мать. Тетя Нина она хорошая. Да, пошлится. Такой бы. Потом, ты видишь, говорит, ничего не получилось. Сейчас все получится. Сейчас все получится. А я думаю, я днем бы что-то... Мать помешала, ладно. А мать мне, она не должна мешать. Никто не должен. Ты должен, вот мой, смотри, на концерте были везде. И косили, тут и воду таскали, блин. Так воду набирали. А запускали, как мы, блин, ну, с баклажками. Запустились. Запустились, да. По всем шлангам прошлись, блин, нигде не течет. Лена такая. У меня течка кончилась. Я говорю, Лен, она говорит, я сейчас это самое. Ты говорю, смотри, а то если что-нибудь сейчас, блин, не туда, блин, нажмешь, блин, платить нам, блин, за всю систему. Сейчас дождемся до Олега, он на 5 минут это да, приехал. Ну, потом приехал он, да. А там не течет, там не течет, ну, там, вон там только. Ну. У памятника. Набрали. Два ведра. И так мы провели весь день. Погуляли. Я, вкусно, бери еще. Там... Чипсы? Да. Пожевай. Спасибо. Живани сама, Светуль. Ты не голодна? Ну вот я говорю, прям это самое. Я же выбрала такие хорошие. Вот как хорошо по сцену выкосил, да? Выкосил идеально, Олег. Угу. Один, да? В одного вот эту территорию. Ну вот еще я эти. Угу. Все в одного Олег делал. У меня два, да? Не спеша. Все, концерт закончен. Угу. Все домой. Разъезжаются. Все домой. Кто куда? Кто где живет, да? Ну хорошо, хороший концерт был. Я же там была. Уже прохладненько тогда начинает. Да, вечерком прохладно. Вечерочек. Олег, а я у меня газ не выключила. Не замерзнешь. Ну вам холодно сегодня точно не будет. А это у меня плита электро. Я там и без плиты я нормально сейчас, должно быть. Я сейчас пока не включу, а что сейчас? Мы тоже не включим. Я пока не топлю. А так когда мне так сильно будет холодно, я уже вообще... Мне протапливаю. Вот было как-то еще дождя. Надо включить, протопить. Не будет. Олег, он не даст тебе замерзнуть, Светуль. Я тебя уложу. Телевизор включу. Согрей. Согрейся, пока буду проповедую. Топорик у меня есть. Только наточить надо. Ну а что там? Нормально сказал, уложу. Ну, Олег, если ты устал, блин. Я? А мясо, что делать? Башку разрубишь там заодно поросячью, да. Надо, да. Разделать надо. Топориком, Олеган. Надо это сам, ты же мне поможешь. Я же сама не справилась, мне будет руками. Блин. А так это сам, когда я разозлюсь, я могу. Рубануть, бля. Ну, имею в виду. Я раньше сама мясо рубила, разрубывала все. А стопоры ломались, блин. Потом новый купила. Так, ну вон он, по-моему, подъехал. Да? Пойду, я договорюсь сейчас. Ага, пойди, Саша. Да, договорюсь сейчас. Олег, смотри, там в понятиях не груби. Светлану не обижай. Разберемся. Ну что, заезжать в магазин, да? Ну да, надо заехать. Иду, Сань.